где вкусно поужинать или пообедать в Москве. Есть такой кафе быстрого питания, Муму называется. Разные клубы бывают, видите, есть тут Муму, тут и музыка, и что-то, игры там есть. Вот, адреса в Москве. Вот. В принципе, я думаю, по Google карте посмотрите, все найдете. Интерьер тут отличный, готовят вкусно. Я уже здесь третий раз за неделю. В принципе, не хуже, чем рядом в отеле, в ресторане. Ну, суши японцы готовят, здорово. Так вот, клубы разные бывают. Есть клуб, в котором вам не нужно платить за вкусный обед или ужин. Инкрузес называется. Американский круизный клуб. Вот, Майкл Хатчесон, президент. Значит, можно сайт на русском, испанском, итальянском, на корейском и русском, естественно, корейский недавно, и узбекский подключили. Кстати, ребята, все, забудьте, да, то есть карточки вам нужны только на берегу, а везде на круизном лайнере вы с Incruises путешествуете с 50% скидкой, потому что тоже клуб. Вот как видите, здесь клуб, какие-то тут фишки свои, а Incruises клуб тоже американский, но вы путешествуете, вам за это платят. Разные суммы, кому $500, кому $7000. Кому 25, есть такие, познакомлю, добавляйте меня в скайп, вайбер, ватсап, вот это мой телефон, вайбер, ватсап, телеграм, и а по фамилии Владислав Скалибок можете найти и в фейсбуке, и вконтакте. Так что, да, желаете путешествовать, пожалуйста, желаете инвестировать, у вас много денег, пожалуйста, я подскажу, как увеличить, чтобы ваши деньги работали на вас. Все. Всем жму руку. Пока-пока. Ну как вам тут интерьерчик? Понравился? Кстати, бывали вы тут? Еще вкусно готовят, а маме мне понравилось грабли. Есть сеть ресторанов, кафе. Грабли называются. Вот. И этому ну, все достойно, здорово, хорошо. Одобряю. Все здорово. Пока. Бон аппетит.